Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Наверное. Прошли мы через ад, конечно. Немного пришлось повозиться с фильтрами, это была, конечно, жесть. Извини, что было я тяжело. Раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Давай. Собираться будем. О, уже повеселее. С музычкой-то. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Угу. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Стволы, говоришь? Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. Нет, парень, дороги. Ты столько не унесешь. Отлично. Хороший калибр против мутантов. Куда тебе столько, парень? Растеряешь. Да у тебя, Саня, уже и складывать а некуда. Что там в эфире нового? Я тут до завтра буду. Чего у тебя тут со стволами-то? Не стесняйся. Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад в принципе, поймал. Ничего тут я и не увидел. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. Сайга, что ли? Короче, прилетал кто-то из Москвы. Вот ствол хороший. В таком старом, ну, спортивном. Шкала 2012 года, типа, да? Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежее расскажи. Так что Лондон там выжил, или даже Нью-Йорк. Про Лондон. Ну, что поделаешь. Не знаю. Что есть, то есть. А вот зато на севере у нас город есть. Полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили. Ну что, идем? С ними говорил. Как там? Говорят, да проходили. Так, а с фильтрами что-то я не понял. Держит пока оборону. Даже представить. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Вот и войну я держу. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал бы. О жизни нашей скорбной. Как-то с фильтрами непонятно. Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Кто это там? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава. Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Это же Мельник. Стоп. Да это Лесницкий. Или Лесницкий. Нихера себе. Вот это зашел. Интересно было. Кто на нас напал-то? А, ну ого! Точно. Приз-сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой. Все, ах, вы урода, а. Ну почему одни предатели кругом? То Павел предает, то Лесницкий теперь предал. Снова я остался опять один. Всех поубивали, да? Так, фильтров у меня, я не знаю, есть, нету. Почему-то купить их нельзя было. Я бы лучше фильтр купил бы, чем патроны. Ну ладно, идем дальше. Тут тоже всех поубивали уже. Пленка. А, красная. Так, ну я понял, куда они ушли. Так, еще один бонус я заработал для хорошей концовки. Не знаю, будет она или нет. Не могу обещать вам, ребят.
Вряд ли здесь, наверное, будут скорпионы эти. Чё фонарик-то не работает? Не понял. Как-то интересно. Понятно. Ну-ка, можно поджечь? Вот это отлично уже, да? Мало ли что. Чё тут гробов-то столько до хера? Такое. Глюки опять у меня начинаются. Опа, лифт. А, это мамка, по-моему. Да, это мамка, по-моему. Не подобрал я там эти. Ну, в принципе, они мне не нужны. Че тебе надо, а? Пошел ты, а? Одного патрона, кого-то нет. Заткнись ты уже, а. Да что такое-то, а? Все-таки... Да пошел ты, блин. И ты нахрен, блин. Козлы, сука. Фу. Да. Весело. Что у нас тут? Интересно, а ты в кого такой бессмертный-то, а? Я думал, ты сдох, а ты завис просто. Да, винтовка хорошая, местами прям помогает, очень. Сколько у меня голды? Мало. Вот это у вас тут встретили. Ну, где ты там, большущая мамка? Может быть, не будем пока встревать? Глядишь, они мимо пройдут.
хер его знает. Ну это отлично. О, бонусы заработал. Только вот куда мне? Че это за прикол такой, я не помню. Что-то я прям столько зарабатываю позитивных эмоций. Фильтр хотя бы на одну минуту заработал, уже хорошо. Интересно. Очень интересно. Ну, понятно. Поехали. Сука. Ёп. Да что тебе надо, а? Ну, давай. Нашел себе игрушку новую. Вместо этого пистолета. Че, нельзя открыть? А, ну так, да? Так, ну ладно, хер с этим. Или винтовку выкинуть. Пистолета патронов просто больше. В принципе-то. Ну да. Ладно, фиг с ним. Может быть, когда-нибудь что-нибудь еще найдем. Да. Очень интересно. Приехал. Что за херня там, а? О, тебе-то что надо, а?
все. Герои, блин. Так. Здесь патрошки есть. Ну, хоть что-то. Отлично. Хоть какие-то плюшки. Я думаю, может быть, не нарываться на них, подождать. Хороший дробовик. Вовремя его нашел. Точнее сказать, вовремя мне его тут подогнали. Он очень хорошо помогает. С автоматом так не поиграешь. Так, что у нас здесь? Лифт наверх. Ну, давайте его активируем. Или то, что я сейчас сделал. А, ну понятно, давай. Я даже не удивлен. Завис, что ли? Ёб твою мать, а ну ты чё, серьезно, что ли? Надо было так ложануть-то, а, в конце. Ну чё за дела-то, бля? Ставь! Блять. Ой. Как ты все медленно делаешь, а? Да нахера ты это-то? Ну зачем?
Давай, давай. Сука, почему ты все делаешь так медленно, Артем? Ну быстрее, можно все это рожать-то, ну ёб твою мать. Ты же видишь, какой трэш, сука, начинается просто. Быстрее! Мамка заорала. Ну ты все. Все патроны ушли. Дробовика у нас больше нет. Два раза, а то и три мы уже погибли, блин. Вот тебе и дробовик. Если бы не он, я не знаю, что бы было. Я думаю, скоро с мамкой встретимся. Нам надо будет ее спасти, для того, чтобы еще более себе сделать заявку на хорошую концовку. Но при этом с ней еще подраться. Ты кто? Ладно, давай, чеши отсюда. Ну, еще ты давай упадет. Красава, лучший. Че это за дебил-то? Я уж забыл, как с тобой воевать-то. А, ну понятно. Его надо заставить сломать эту колонну, да? Иди сюда. Молодец. Пойди сюда. Ну, давай. Молодец, лучший. Что-то какой-то ты неадекватный. Похера на эти пули. Все, убежал. Ему пофигу на эти пули абсолютно. Ну где ты? Давай, вылазь.
Как-то мне дорог, а? Долбоящер конченый. Что-то я не помню. Как это убить или нет? Этот момент я не помню. Нет, все-таки можно было его убить. Я уже просто не помню. Что теперь? Вода прибывает. Ну все, поплыли. Куда теперь? Все сквозь огонь? Там, да, нам же надо добраться до Октябрьской. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Да, надо найти Лесницкого. С патронами пока мы живем. Более-менее у меня еще есть патроны. Прибыл, так сказать. Ну, пойдем так. Сколько? В принципе, нормально. Живем. Это я слышу женский голос, да? Походу, это она. Заложница, пригодится для переговоров с орденом. Смотри, что в противогазе была. Если заразится, ей хана. А дохла, ей грош цена. И что с ней делать? Запретельно. И глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Ну, обнаружили мы Анну. Давайте двигать дальше. Надо спасать ее. Да что же вы творите? Простых людей убиваете? Коммунисты называются. Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены.
Вот-вот. И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей всего остального метро. Ну что? Как? У нас же даже температуры! Даже температуры! Конченая. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Как видимо, нет. Сейчас я, сука, спущусь. С вами сделаю то же самое. Ёб твою мать. Да ладно тебе, сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Летёха придёт, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Тимко! Эй! Мужик, ближе. Да, что случилось? Я уже, ты похоже... живой? Видимо, уже все, да? Так что, слушай, красные знали, знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Это они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем! Уходи, расскажи! Это они! Они! Все. Чувак умер. Чувак умер, все. Нету больше. Теперь надо мне только знакомиться с этими ублюдками поближе, да? Хереть, тут просто гора трупов. Разговорчики рядовой. На разгрузке не хватает людей, так что бегом за этими двумя. И чтоб через 2 минуты были на складе. Выполнять! Есть, товарищ лейтенант! Ну чё, сам подойдёшь? Вот козёл. Давай, 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 иди сюда. Привет. Чё, сидишь там, жрёшь, да? Ага. Кажется, показалось. Лови. А смысл? 40 патронов помещает, и чё? Толку-то от него. Что, ящики таскаем, да? А что, пока он ящик таскает, я не могу его, да, глушить? Здорово!
Что там делает? Так, что тут у них из полезного? Че, силёнок не хватает? Держи. Каски стальные. 6 штук. Каски стальные, говоришь, а? Ну. Урод. Вот этого ствола поинтереснее будет. С ночником даже, да? Чего у нас тут? Растяжечка, да? Так, что у нас тут в карманцах? Колец нет. Жаль. Слышу, урод. Давай, чешу сюда. Какого хрена? Кто здесь? Убитый! Тревога! Убитый! Тревога! Ты орёшь ты, блин. Ну давай, дальше идем. Понятно. Что тут делают, а? Все сжигают, что ли, уроды? Что тут? Капитан Ржавин зацепило. При попытке штурма кольцевой. К бою! У нас гости! Боюги бить! Оба она. Че, не попадаешь по лампочке? Кого ты там прижал, а? Так, все, что ли? Биологическая угроза.
ввиду вирусной эпидемии, да? Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Знакомый голос. Да это Лесницкого, Бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Надо спасать быстрее Аньку. Ох, ёп. Оп, и света не стало, да? Каска это, конечно, хорошо. К бою! У нас гости! Твою! Кончились, что ли? Товарищи, я его прижал. Я его прижал, отходите! Он, я его прижал! Ё-моё, блин, ты чё? Предсмертные крики были? Быстрее, бля. Пока ты родишься этими гранатами. Вот так вот и. Ты что там такое? Да, лучше, конечно, без ночника бы. Сейчас. Куда они там стреляют-то, дебилы? Да прижимался. Все с ночниками. Блин, тут не предают ли меня досками этими? Я думаю, что все. Финальный аккорд. Тревога! Вот.
Да пошел ты. Артём, не дергайся, а то глотку ей перережу. Да, они, значит, пришел. Герой. Ты сука, а? Зачем? Зачем ты это сделал? Нормально все. Скорее! Надо успеть! До кольцевой! Успей, что? Давай руку, пошли вперед. Сейчас только задохнуться. Не хватало. После такого... Давай, давай, давай. Не надо быть зараженным. Черт, это же рейджер. Артем, я здесь. О. Они же без масок. Противогазы, горе. Я-то хоть и в противогазе, только толку от него никакого.